spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлен рюкзак от известной немецкой компании Balzer. И хотя он позиционируется как городской, такой аксессуар сможет пригодиться рыболовам, охотникам, да и просто любителям активного отдыха или путешественникам. Он вместителен, функционален и достаточно легок, весит чуть более 600 граммов. Давайте поближе рассмотрим эту модель. Рюкзак имеет следующие габариты. Высота порядка 50 и максимальная ширина около 40 сантиметров. Основным материалом является современный полиэстер. Материал износостойкий и легко очищаемый от незначительных загрязнений. Также отметим, что за счет внутреннего слоя изделию придается некая влагозащита. Благодаря этому, даже попадя под небольшие осадки, вы сохраните содержимое в сухости. Кстати, днище дополнительно усилено водонепроницаемым материалом. Спинка мягкая, что дает возможность компактно свернуть эту модель на время хранения. В тех местах, где аксессуар контактирует с телом, используется сетчатый материал типа Air Mesh, который обеспечивает циркуляцию воздуха, а также отвод тепла и влаги от спины и плеч во время длительных переходов. Сами лямки мягкие, жестко закрепленные, регулируемые по длине. В верхней части находится прочная ручка для переноски на короткие расстояния или для удержания аксессуара в общественном транспорте. Обратим внимание, что для обеспечения удобства в нижней части она также имеет вставку из многослойного сетчатого материала. По бокам находятся внешние карманы. Слева открытого типа выполнены из сетки. Здесь поместятся перчатки или емкость с напитком. Справа отделение под простой молнией. Оно способно вместить компактную электронику, например, рацию или портативный навигатор, а также различную полезную мелочевку. С передней стороны расположен двойной карман быстрого доступа. Отметим, что все собачки рюкзака имеют удобные ухватки с логотипом компании Balzer. Здесь можно хранить различные габаритные инструменты типа липгриппа, рыбацких пассатижей, весов или карцанг. А можно сложить пачки с так называемой съедобной резиной, небольшие коробки, необходимые приспособления, запасную леску и прочие принадлежности. Первый большой отсек скрыт под замком с парой бегунков. В нем поместятся личные вещи рыболова, такие как запасная одежда, свернутая ветровка или плащ-дождевик на случай непогоды. Как вариант, убрать бутерброды для перекуса или большие коробки с приманками. Для всякой мелочевки предусмотрен внутренний сетчатый кармашек с резинкой. Но следите, чтобы содержимое не цеплялось за ячею и не смогло ее порвать. Перейдем к основному отделению. Внутреннее пространство достаточно вместительное и открывается широко. За счет значительного объема сюда войдет все, что может понадобиться на рыбалке, в путешествии или вылазке на природу, в том числе сам улов или продукты для пикника. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.